Привет! Меня зовут Влада, и вы смотрите канал Brightwood. Мы будем обсуждать самую горячую тему девушек. Ждать принца или коня? Выбирай, выбор за тобой. Моя милая девушка, если ты хочешь коня, ну мало ли что, на вкус и цвет товарищи нет. Я хочу дать тебе 5 очень важных подсказок, что нужно делать, чтобы привлечь именно твоего коня, и чтобы этот конь попал в твои объятия. Подсказка номер 1. Ты должна носить на себе очень-очень короткую юбку, так, чтобы было видно твою попу, обязательно, тогда твой конь точно найдет тебя. Номер 2. У тебя должен быть настолько глубокий вырез, чтобы было все видно. Номер 3. У тебя должна быть красная помада. И настолько широкая, что твой конь просто не сможет пройти мимо. Так, ну а что же номер 4, спросите вы меня? А номер 4, каблуки должны быть не меньше 13 сантиметров. Да, дорогие девушки, 13 сантиметров это сила. Ваш конь обязательно вас заметит, поскольку вы будете выделяться из толпы, и вы будете выше всей этой серой массы. А номер 5, это безвылазно сидеть ВКонтакте и написать в активном поиске. Так что ваш конь не сможет пройти мимо вашей страницы, потому что же вы! Потому что вы! Потому что вы! Потому что вы в активном поиске, дорогая! Так, девчонки, вы приложили все сверхусилия, вы исполнили все 5 шагов для того, чтобы привлечь своего коня. Но подумайте внимательно, это ли вам нужно? Вы хотите коня или принца? Что нужно делать для того, чтобы быть с принцем? Номер 1. Будь собой, ты уникальна. Найди в себе изюминку. Раскопай, в чем ты особенна. Раскопала все свои таланты, красоты и достоинства, подчеркни их. Будь модной, будь красивой, будь накрашенной, но все в меру. Номер 3. Очень важное. Скажи нет сигаретам и алкоголю. Я знаю лично одного парня, который, расставшись со своей девушкой, сказал: Влада, мне надоело целоваться с пепельницей. Не будь пепельницей, дорогая. Пункт номер 4. Очисти свою речь. Как правило, употребление матов указывает на низкий уровень культуры или отсутствие словарного запаса. А ты ведь хочешь привлечь принца, а не козла, коня, осла и так далее. Последнее, но немаловажно, просто улыбайся. А может быть, ты кого-то зацепишь именно своей яркой, искренней и доброй улыбкой. Если ты что думаешь обо мне или тебе понравилось, ставь пальцы вверх. А если тебе очень понравилось, то обязательно поделись этим видео на своей странице. А я вам желаю, пусть ваш день будет ярким, как желток яичницы. Не переключайтесь.